Надежда Яникова, уроженка Сандыктауского района, проработала на государственной службе более 40 лет. 70-летняя женщина пришла на выборы вместе с внуками. Все это на благо будущих поколений. Мы должны сделать свой собственный выбор и показать пример молодежи, отмечает женщина. Пришла сегодня отдать свой голос за будущее нашей прекрасной республики Казахстан. Я проработала в данном Сандыктауском районе 40 лет госслужбы. Значит, за этот период наша страна процветает с каждым годом. Благополучие в районе, в нашей республике. Дружелюбные люди. Так здорово. Также в этот день на избирательных участках чувствовалось особое праздничное настроение. В мероприятии приняли участие местные артисты. Граждане, пришедшие отдать свой голос, высоко оценили выступления домбристов и певцов. Все избирательные участки оборудованы для сохранения таинства голосования. Созданы специальные кабины для лиц с ограниченными возможностями и установлены специальные пандусы. Сегодня в нашей стране значимое событие – выборы президента Республики Казахстан. Я, Ким Наталья Никаноровна, являюсь председателем избирательной участковой комиссии номер 601. Выборы проходят в штатном режиме, нарушений не зафиксировано. Отмечается высокая явка избирателей. По Сандыктаускому району 158 человек не смогли прийти на избирательный участок по состоянию здоровья и подали заявки на голосование на дому. Специальные выездные урны были направлены по ранее заявленным адресам. Василий Павлидиум, Сундук Нурызбаева, Майра Макрашева, Амир Кайшабаев, Кокше Акпарат.